Всем привет! Мы, значит, сделали масочку для волос. И я хочу, значит, вот у меня дочь делала, мне так понравилось, такие волосы хорошие, мягкие. В общем, и вот тоже решили мне сделать такую масочку. Что там ходит? Вот. Что там у тебя? Горчица, масло, яйцо. Горчица, масло, яйцо. Сахар еще надо, я забыла. Сахар забыли. Вот, в общем, сейчас намажем. Сколько мы будем держать? 40 минут. 40? Да. 40 минут будем держать в целлофановом мешке. А потом смоем. Ну, вот так вот мы намазали. Доча сказала только корни. Вот. И, в общем, она мне сейчас сказала, что минут 20 где-то подержать. В общем, я сейчас целлофан накрою, 20 минут подержу и смою. Вот, ну посмотрим, что. В общем, одела целлофан и одела вот шапку. Вы знаете, жгет ужасно голову. Я дочери говорю, я не буду лысая. Она говорит, ну я же себе делала. Ну, в общем, она говорит, если тебе сильно жгет, ты не можешь, в общем, терпеть, то... Минут 15 подержи, ну, в общем, минут 15-10. Ну, в общем, сейчас я насколько вытерплю. Жгет ужасно, наверное, горчица. Ой, ну, в общем, посмотрим, как бы лысой не остаться. Ну, в общем, я не выдержала много времени. Очень жгет эта маска. Видимо, горчица жгет. Вот, и, в общем, я подержала где-то минут 5, а может быть, чуть больше. И все, я пошла смыла. Вот сижу, пока не сушу с полотенцем. Хочу намазать лицо кремом. Мы, значит, выписали крем. Такой он вот отбеливающий. Ну вот я мазала, он пока вот... Мне вот надо что-то для глаз. У меня почему-то глаза вот темные тут под глазами. Вот, надо я, значит, со следующей пенсии хочу выписать себе. Я посмотрела в Алиэкспресс, они недорогие, вот такие накладываются сюда. Вот, а я хочу сейчас намазать себе крем. Крем отбеливающий. Я мазала. Вот он отбеливает, правда, кожу. Хорошо, прям кожа белая. Но вот эти вот точки черные, вот здесь и вот здесь, вот он... не убирает, и морщину он тоже не убирает, он просто отбеливает. Вот я мазала, и вот он прямо кожу хорошо вот так отбеливает. Сейчас покажу этот крем. Вот про этот крем я говорила. Вот он пришел в такой коробочке, выписали мы его на AliExpress. Вот, сейчас я вытащу коробочку, покажу. Вот так вот он выглядит. Здесь еще вот такая вот белая крышечка сверху. Она открывается. Сейчас я покажу сам крем. Вот такой вот белый крем. Вот он такой не густой и не жидкий. Тянется. Вот. И в общем, так вот тянется он. Запах приятный. Мне нравится. Вот. Сейчас я намажу на лицо. Посмотрим. Я поставила здесь лампу, потому что в комнате темно. У нас окна, можно сказать, закрыты. Ну и вот так вот я мажу крем. Его немножко надо. Но он такой вот тягучий, тянется. Вот. Ну, в общем, мне надо что-то. Я даже вот здесь под глазами мажу. Мне надо что-то такое. В общем, чтобы не было темных пятен под глазами, я поищу, попробую что-то купить. Вот, но я хотела, ну так как я лицо намочила, оно мне немножко распарилось, пока я мыла голову. Вот, и в общем, я решила намазать кремом. А сегодня я вообще хотела делать масочку из глины. Я делала в тот раз, недавно я делала черную маску. Вот. И, в общем, сейчас покажу. Мы еще выписали золотую маску. Ну, вот так вот я намазала. Вот. Немного погодя, посмотрим.
Ты не нажала, не нажала. Нет, я не. Еще, значит, мы заказали вот косметику. Мы заказали, значит, вот маска. Вот так золотая. Мы пробовали уже, мазали. Она такая же, как вот эта черная. Это черная маска. Вот. Они одинаковые, только по цвету другая, разные. По цвету и все. А так они одинаковые. В общем, и вот здесь два тюбика. Только что из них. В общем, ну он выписал себе от угрей. Вот. И в общем, и тут вот один из них депилятор. Какой из них, я не знаю, я не видела. Вот. Или этот, или тут. Его сейчас дома нет, спросить не у кого. Вот. Ну, в общем, я один крем от угрей. Вот. В общем, вот такую косметику мы выписали на AliExpress. Еще, значит, у меня дочь выписывала для ногтей вот такие вот наклейки. Вот. В общем, наклеечки с совами. Вот такие вот. Это на ногти клеить. Вот, а мы любим сову. Сов. Вот. Ну, в общем, вот такие совушки. И еще вот, вот такие картинки. Правильно я, по-моему, держу. Вот. И еще вот такие наклеечки. Ей понравились. Она выписала, пришли. И, значит, выписали вот такую пластину с узорами. Вот, вот такие вот. Я не буду вытаскивать. В общем, одной рукой неудобно. Это тоже, в общем, на ногти. Чтобы переводить это, вот эти картинки на ногти. Вот. Ну, в общем, вот такая пластина. Тяжеленькая. Вот. Вот такие вот картиночки на ней. Вот. Мы еще ее не применяли, не знаем. И наклейки мы тоже еще не применяли. Вот, ну, в общем, ну, я просто показываю наши покупочки на AliExpress. И мне еще, значит, пришли наушники. Я выписала вот такие наушники на AliExpress. Они, по-моему, 400 рублей стоят. Вот. В общем, пока работают неплохо. Вот я решила, в общем, попробовать заказать. Я заказала, вот они мне пришли. Ну, вот, в общем, вот так вот. Вроде бы с AliExpress все посылочки, что нам пришли. Ну, всем пока-пока.